Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – это нормативная основа физического воспитания. Учащиеся старших классов школы «Люберец» сдавали нормы ГТО на стадионе «Торпедо». Тему продолжит наш корреспондент. Индира Женбекова стреляет из пневматической винтовки впервые. Ее результат – 15 очков из 30. Девушка учится в 10 классе 16-й гимназии. Дополнительные баллы за сдачу нормативов ГТО помогут ей в следующем году поступить в ВУЗ. Это моя первая попытка была. Было волнительно, но я справилась. Я спортом не занимаюсь, а только в рамках физкультуры. Также впервые сдает нормы ГТО и десятиклассник инженерной школы номер 6 Джаник Саркисян. Молодой человек увлекается спортом, занимается боксом. Пока легко, это первый норматив. Дальше посмотрим, как пойдет. Просто посмотреть, на что физически я подготовлен, на что мое тело способно. Есть вероятность, что ГТО поможет мне поступить в ВУЗ. Сегодня старшеклассники сдают стрельбу из пневматической винтовки, метание спортивного снаряда и бег. На 2 километра для девочек и на 3 для мальчиков. Сегодня традиционно мы в мае месяце проводим сдачу нормативов ВСК ГТО для старшеклассников. Для них это необходимая, я считаю, история, потому что золотой знак ВФСК ГТО дает от 1 до 10 баллов преимущество при поступлении. Некоторые высшие учебные заведения без знака ГТО даже не принимают документы. В сдаче нормативов ГТО приняло участие более 100 старшеклассников со всех школ Люберецкого округа. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.